Ты прекрасней всех, я снова восхищаюсь. Ты прекрасней всех, сейчас как никогда. Ты прекрасней всех, люблю и поклоняюсь. Драгоценный народ Божий, доброе утро, царственное священство. Поприветствуйте друг друга. Благословен Отец Бога, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким благословением во Христе Иисусе на небесах и на земле. Благословить Господа в собрании святых, благо воздавать Ему хвалу. Здесь собрались Божьи дети, чтобы почтить нашего Отца. Поклонись Ему всем сердцем, потому что Он любит тебя. Он твой Бог. Божье дитя, это ты, Божье дитя,
за то, что Ты вновь и вновь обновляешь нас в разуме, в духе, в душе, в теле. Господь, мы готовы прославлять Тебя, мы готовы петь Тебе хвалу. Всегда во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Господь, Творец чудес, Бог невозможного. Аллилуйя, спасибо.
спасибо Тебе, Господь. Мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе, мы радуемся в Твоем присутствии, потому что Ты нас помазал, Господи. Ты помазал нас. Ты дал нам уста, которые могут восхвалять Тебя. Ты сотворил нас чистые сердца, умыл, очистил, оправдал. Аллилуйя! Thank you.
сказал: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Здесь дети твои в доме Господнем. И благодарим тебя, ты говоришь: блаженны непорочные пути, ходящие в законе любви. О Господь, ты любовь, помоги нам, Господь, любить, как любишь ты, прощать, служить ближнему своему. Благодарим тебя за твои слова: блаженны кроткие, блаженны кроткие. О Господь, дети твои в доме твоем Господнем. И мы хвалим тебя, мы славим тебя. О Господь, ты Бог всемогущий. В тишине, в мире, покой, когда мы приходим к тебе, ты исцеляешь наши души. Ты восстанавливаешь, ты все больше и больше восстанавливаешь нас. Господь, благодарим тебя. Благодарим, это хвала тебе, Иисус, наших примеров.
Аллилуйя, аллилуйя. Он любит детей своих. Он благословляет. Он благоволит каждому. Но каждая овечка для него важна. Каждый ребенок для него важен. Ты Божье дитя. О, Иисус, о, Иисус, о, Иисус, благодарим Тебя за этот образ. Ты когда-то пришел. Ты показал свое смирение, свое послушание. Ты послушался Отца. Ты послушался. Он пастырь добрый. Он Господь. Он Господь. Он властвует в нашей жизни. Пусть Он всегда властвует в твоей жизни, в твоем сердце, в твоей семье. Он Господин. Прими это в послушании, в смирении, в кротости. И Он уберет все преграды. Он уберет все ситуации, все обстоятельства. Он поднимет тебя на твои высоты. Благодарим тебя. Благодарим тебя. Он слышит твой голос. Наполняйся Его любовью. Он очистит. Он очистит, Он омоет тебя своей святой кровью. Он любит тебя. Он любит тебя. Я ему.
Святой, прославляем Тебя, драгоценный. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты говоришь с нами. За то, что Ты открываешь нам Сына Твоего. За то, что Ты открываешь Слово Твое. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя. Мы преклоняемся пред именем Твоим Святым. Мы преклоняемся пред Тобой, великий Господь. Мы Твои поклонники, которых Ты ищешь, Господь. Еще больше наполни нас сейчас собой. Мы нуждаемся в Твоей силе, в Твоих откровениях мы нуждаемся. Мы жаждем Тебя, драгоценный Дух Святой. Жаждем Тебя, говори, говори в каждое сердце. Аллилуйя. Твое небо, Твоя земля, небеса, все, что наполняет. Твое, Господь, и мы Твои, Отец. Мы непонятно приходим к престолу Твоего, Отец, и просим Тебя, веди нас, Господь. Веди туда, куда Ты хочешь. Твои пути, они истинны, они святы, Господь. Yeah.
Я снова восхищаюсь.